Великобритания призывает к финтех-регулированию. Британское управление по контролю за финансовыми операциями призвало применять к финтех-стартапам международные нормы. Государственный орган обеспокоен тем, что могут пострадать стандарты регулирования песочниц, поскольку на сегодняшний день в каждом управлении действуют свои правила и нормы. В связи с этим Кристофер Вуллард, директор управления по контролю за финансовыми операциями по вопросам стратегии конкуренции, высказал опасение, что вряд ли найдется какой-нибудь единственный стандарт, который подойдет всем. Но обеспечение общего понимания и более тесного международного сотрудничества в сфере инноваций поможет гарантировать будущее отрасли в долгосрочной перспективе.